У нашій студії тренер з інтелектуального розвитку Оксана Шевчук. Доброго ранку, Оксано. Добре утро. Починається, або для когось вже і почалася, пора відпусток, довгі мандрівки, але гаяти час просто немає ніякого бажання. І хочеться навіть тривалу дорогу провести із користю, і не тільки для себе, а й діток розважити. Давайте поговоримо сьогодні, як можна позайматися протягом мандрівки із дітьми, і щоб їм було цікавіше, і для розуму їх це не пройшло, як то кажуть, задарма. Угу. Да, очень хорошая тема. Действительно, очень много таких интеллектуальных игр, которые мы можем использовать и в дороге, и в отпуске, и дома, да, когда вот мы ушли, например, на работу, оставить детям своим заданием. Я бы посоветовала начать сначала, опять же, с разминки. То есть не просто игра какая-то, да, чтобы она обязательно развивала нашего ребенка. Первое, дать ему лист бумаги простой и начертить обычные кружочки. Берем простые кружочки, ставим, да, предположим. Малюем. Любые кружочки, да. Ну, вот. Это складно назвать. Кружочки, отлично. Крестики, треугольнички, да, разные фигурки. Отлично. И даем ребенку этот лист и просим дополнить. То есть, что это может быть? Пусть он добавляет что угодно, можно что-то внутри добавить. Ну, вот, например, кружочек. Что это может быть? Ну, квиточка. Квиточка. Еще следующий кружочек. Мордочка. Мордочка. Еще кружочек. Смайлики. Хмаринка. Вот, хмаринка. Смотрите, как здорово получается. То есть, с каждым кружочком мы уже становится нам более интересно. Сначала мы сталкиваемся с таким понятием, как психологическая инерция. То есть, что-то самое очевидное, самое простое. Да, зрачок глаза, мячик, да, там, смайлик. Чем больше таких кружочков, тем уже включается наше мышление. Мы начинаем думать, ага, стоп, а может быть это, да, там, какой-нибудь кусочек от пропеллера, да, или, да, там, коляска, или еще что-то, да. То есть, находить уже что-то более большое, интересное. И родителям, давая это задание, во-первых, самим будет интересно тоже попридумать. Во-вторых, надо оценивать таким образом, чтобы это было наиболее оригинальное какое-то, да, вот вариант придумки. Ось так. Да. Такий скринька із секретом. Скринька з секретом очень такая серьезная, потому что это позволяет нам уйти от психологической инерции. Что такое психологическая инерция? Это определенные стереотипы нашего мышления. Это когда мы купили новое пальто, да, например, и ищем карманы в том же месте, где было в старом. Точно так же у нас и с нашим мышлением. Мы привыкли видеть какие-то определенные вещи, мы их видим всегда. Чтобы видеть что-то большее, да, за теми же заданиями, которые будут в школе и, в принципе, в жизни, нам надо начинать с таких вот маленьких вещей, увидеть что-то особенное в обычных вещах. Это первое упражнение, первое такое задание, которое можно легко использовать. Любой лист бумаги, да, любая ручка. Следующее такое вот тоже интересное упражнение, которое можно очень весело провести в дороге, например, вы в поезде, называется системная фантазия. Это придумывание чего-то, какого-то животного, живого существа, которого нет еще до сегодняшнего числа, сейчас нет. Это называется упражнение системная фантазия. Очень простой алгоритм. Берем любое животное. Котик. Или... Котик, отлично. Теперь увеличиваем или уменьшаем его? Как вам удобнее? Это будет какой? Какого размера? Как тигр. Как тигр. Отлично. Теперь давайте сделаем так. Как он передвигается? Бегает, прыгает, летает, все что угодно. Вот придумывайте, что из этого. Он летает, летающий котик, супер. Где он живет? Теперь помещаем его в любую среду. Это может быть дно океана, космос. Это может быть вообще, знаете... Вот летает в космосе. В космосе. Это может быть даже в структуре тканей там, или где угодно. Да, там, вот все что угодно, любое. В космосе. Хорошо, взяли. Отлично. Теперь, как он живет, адаптация его. Их много, стаями или он один, как долго он живет, продолжительность жизни, придумываем. Сам? Ничего себе. Да, вот, точно так же. Да? Зранку на склад. Вот, ну, я понимаю, такие. Да, то есть как он питается. И дальше вот так вот придумываем такую историю. В итоге мы получаем какую-то интересное, необычное, да, и заканчиваем тем, чем он может быть полезен в этом мире, и придумываем. И дальше, да, такое соревнование, кто придумает более интересное. Это очень, во-первых, смешно, и закончим тем, что его нарисовать. Я зрозуміла, але це не так і просто, особливо переключитися із справжньої тваринки, да. Яку ти знаєш, да, яку да, ти да. можеш погладити і послухати її муркотіння, щодня уявити її десь в космосі і в стаї котів. Конечно. Це не просто. Да, і ще таке упражнення, теж дуже цікава гра, називається вона, наприклад, «Другі слова».
Она помогает развить вербальный интеллект ребенка. То есть взять вообще тоже какие-то можно карточки, можно записать просто, да, там какие-то слова на листе бумаги и дальше описывать эти слова другими словами. Другими, да, вот, например, у нас светофор. Это, да, там три лампочки разного цвета. Одна из них красная, желтая, зеленая. И надо угадать, да, это светофор. Нельзя называть однокоренные, нельзя называть, да, те же слова. Что-то похожее. И вот таким образом, да, делать соревнования. Это такой взлом шаблонов. Взлом шаблонов, и тут еще возможность такая, да, именно развивать вербальный интеллект, умение разговаривать, выразить одну мысль разными словами, да, это помогает нам быть более таким вот, ну, как бы, да, ясно, понятно, красиво, интересно, многогранно выражаться. Ребенку дякую, Оксана, доброго ранку.